Третий день сборки подошел к концу, на улице уже ночь, темнота. Плюс еще день ушел на то, чтобы втулочки перебрать. Готов у нас спорт B52. Покраска не оригинальная, покраска поздняя. Наклеечки тоже не оригинальные, наклеечки тоже поздние, как мне сказали. Что у нас получилось? Получилось у нас здорово. Все работает. Поставил я интересные металлические такие защелочки. Красивенькие, по которым идет рубашка. Рубашка на задний переключатель полностью цельная. И теперь все работает отлично. То есть задний переключатель вообще без проблем. Передний переключатель тоже почти идеально. Ну и задний почти идеально. В общем, идеала тут не достичь, к сожалению, но работает все хорошо. И, конечно, это у нас формат теперь. Немножечко вот так вот я задекорировал рубашку, и вот здесь вот хомуты такие мощные стоят, которые держат изгиб рубашки, чтобы она дальше не разгибалась. Честно говоря, немножко устал, язык заплетается. В общем, классный велосипед, интересный, необычный. Приходите, сделаем даже лучше, если, конечно, не будет такой здоровой кассеты сзади. Все, вынес я его на улицу, чтобы отфоткать и записать видео окончательное со всех ракурсов. По деньгам получилось за работу меньше 2000. Это 3 полных дня. И еще переборка спицы. И второй человек, мастер, делал переспецовку переднего колеса. То есть меньше 2000 на двоих за 4 дня работы. По запчастям, то, что купили в мастерской, получилось чуть больше 6. Это общий счет чуть-чуть больше 8000. Все работает. Задний переключатель почти идеально работает, за исключением предпоследней звезды. Он немножечко не очень хорошо скидывает. Видимо, пружинка слабая. Не вытягивает все-таки Altus на самую маленькую звездочку. Передний работает вообще адекватно, несмотря на то, что это самый-самый-самый дешевый Китай, который я только нашел, но он самый близкий, который может стать к подседельной трубе. И, конечно, реплика Джонсона. Классный руль, необычный. В общем, все работает, все прикольно. Будем ждать отзывов от клиента.